немножко обгоревший ПТУР. Вот. А сейчас мы посмотрим на более интересные вещи. Какой был пиздатый когда-то у него, да? Это этот, это винторез. Да, винтовка вот эта, знаете. Вот. Это, собственно, все, что осталось от российской БМД. Говорят, по ней поработал Джавелин. А это огрызок знаменитой снайперской системы Винторез. Не дожила она. Экипаж поместился в пол-литровую баночку. Что не может не радовать, между прочим. Боевой мощью Збройных сил Украины удовлетворен. Вот. А сейчас наглядная иллюстрация крылатого выражения «сорвала башню». Это зрелище тоже доставляет просто нечеловеческую радость. Что мы скажем по этому поводу? Так им и надо. Слава Украине!